Ну что, дорогие любители айфонов и прочей яблочной техники, у меня для вас есть аксессуар, про который мы поговорим. Это портативная достаточно зарядка, которая называется кубиком от компании Anker. Anker Cube предназначен для того, чтобы заряжать сразу, внимание, барабанная дробь, три устройства. Ваш iPhone, наушники и Apple Watch. Наушники, ну, конечно же, AirPods. Но если говорить о возможностях заряжать что-либо, Cube позволяет заряжать, ну, потому что зарядка стандарта Xi, она позволяет заряжать совершенно разные устройства. В том числе, например, мои Galaxy Buds 2 Pro, мой телефон и так далее. Давайте вблизи посмотрим, а что умеет делать эта зарядка, которая стоит 17 тысяч рублей. Поговорим внимательно, но сразу хочу сказать, что длинный провод в комплекте, потому что дальше вы его не увидите, я его спрячу. И давайте смотреть на зарядку, подставку и почему это зарядка для путешествий. Итак, вот такой кубик. Весит он 308 грамм. Выполнен из пластика. Он не очень царапается, не очень пачкается. Здесь MagSafe наверху. То есть это магнитный кружок. И это действительно беспроводная зарядка. Провод, кстати, и адаптер 30 ватт выдает. Адаптер имеет вилку под несколько стран, в том числе европейскую, что приятно. То есть это действительно устройство для путешествий. И мы получаем здесь вот такой индикатор, когда мы только включаем, USB Type-C, естественно, когда мы только включаем, проходит режим, что он работает. Сейчас этот индикатор выключится. Дальше давайте смотреть, чем мне нравится эта зарядка. Здесь есть шарнир. И, ну, например, поступим не очень хорошо, несмотря на то, что это для Apple. Заряжается, естественно, мой Galaxy S23 Ultra. Нет, это не 24, это 23. Но отличить внешне вы их вряд ли даже сможете какие-то от одежды. Волосы у нас здесь. Так, вот идет зарядка. При этом, если я помещу сюда, на это зарядное устройство, наушники, они точно так же будут заряжаться. Но в компании предпочли сделать зарядку с откидывающимся держателем. И наушники предполагается, но вот AirPods у меня с собой нету, предполагается, что наушники будут заряжаться вот здесь. Buds 2 Pro прекрасно сюда вписывается, загорается при зарядке этот индикатор, ну и загорается индикатор, соответственно, на наушниках. Что надо сказать? 30 Вт на входе. При использовании сразу трех устройств, но я вам не показал, куда ставить надо третье устройство, вот так вот выдвигается панелька. Она на защелке, выдвигаете. Например, зарядить здесь наушники не получится, они сюда просто не вписываются. То есть вы их поставить не сможете. Но часы сюда действительно вписываются. Такое, знаете, фантасмагорическое устройство, когда все вот нацеплено и так далее. Получается здесь три устройства. Но самое главное, пожалуй, в том, что MagSafe. MagSafe позволяет вот так повесить ваш телефон и заряжать его. То есть это еще и настольный стенд, на котором можно ваше устройство разместить. И оно будет как прикроватное устройство и при этом будет заряжаться в любой поездке. Естественно, вы можете отклонять на тот градус, который вам нужен. И вот идет зарядка у меня. Зарядка, она не очень быстрая. Кстати говоря, устройство не греется, так же, как iPhone не греется. То есть само устройство регулирует. Это большая проблема для iPhone при беспроводной зарядке. Он сильно греется и медленно заряжается. Здесь это фишка Anker. Они следят за тем, чтобы нагрева чрезмерного не было. И мы получаем вот такой десктоп-стенд. В США он стоит $150. В России он стоит 17 тысяч рублей, что, по сути, то же самое. Ну, где-то можно подешевле, наверное, найти. На мой взгляд, для поклонников Apple это недорогой аксессуар. Для путешествий, для дома, и это приятный аксессуар. То есть вам не нужно таскать несколько зарядок, у вас есть сразу вот этот кубик, с помощью которого вы можете заряжать одновременно телефон, часы, наушники. Прикольная история. Ну и, в общем-то, если хотите посмотреть больше фотографий,
описании на сайте есть обзор уже этого устройства. На этом, пожалуй, все. Удачи и хорошего настроения. Пока!